Бывшие ведущие инженеры, бывшие инженеры первой категории проектной организации по оказанию услуг по теплоснабжению в Волгограде, бывшие сотрудники коммунального предприятия признаны виновными в коммерческом подкупе. За вознаграждение они закрывали глаза на недостоверную информацию. Доказательства, собранные сотрудниками следственного отдела по Красноармейскому району, Следственного управления Следственного комитета России по области, признаны судом достаточными для вынесения приговора. В зависимости от роли и степени участия каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, В, Г, части 7, статьи 204 УК РФ. Коммерческий подкуп, совершенный организованной группой в крупном размере за незаконное бездействие. Начиная с 2017 года, виновные, вступив в преступный сговор, зарабатывали на своих должностях. Они получали от предпринимателей и коммерческих организаций, представляющих заниженные показатели приборов учета, денежное вознаграждение за свое бездействие. Фактически, значит, объекты теплоэнергии подавали сведения заметно в 2-3 раза ниже, чем фактически потребляли. Ну да, это инженера с моего ведома уменьшали показания в отчетах. Половину от сумм подкупа забирала себе лидер преступной группы, ведущий инженер предприятия. Остальные 50% делили между собой ее подчиненные. Размер криминального заработка осужденных составил более 1 750 000 рублей. Здесь поступление. Сколько в месяц, от кого и сколько поступило. На какие из карт поступали денежные средства? На данную карту, правильно? Да. Она вам принадлежит? Да. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, управления МВД по городу Волгограду и управления ФСБ России по региону, приборы учета теплоэнергии, банковские карты, электронные носители информации. Приговором суда виновным назначено наказание, лишение свободы сроком на 2 года 8 месяцев, 5 лет и 6 месяцев, а также 6 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.